нас снесенные дома 143, 145 по улице Новосибирская. Там топит канализационными стоками. Теплоток тепловых сетей. То есть из-за того, что топит, тепловая трасса, да, остывает. Поэтому в полном размере, да, тепло не могут получать жильцы дома. Но у нас мы там постоянно обращаемся и в энергосбыт, и в водоканал. Водоканалу указываем. Энергосбыт и тепловые сети знают о том, что такая ситуация. Это уже давно такая ситуация. Но водоканал в данном случае бездействует.